Очередной наш проект, не наш вернее, а мастера нашего, решили поменять арки у нашего сценика. Каждый год надоело подкрашивать, подшпаклевывать, и поэтому колесо уже снято. Оставайтесь со мной и посмотрим, что будет в итоге по результатам. Вот эти арки, как они называются, запасные или как? Ремонтные арки будем ставить, специально куплены. Покрывали их грунтом, оказался не тот грунт. Теперь будем покрывать другим грунтом. Видите, что покрытое грунтом, вот что случилось с этим грунтом. Нужен специальный грунт по оцинковке. Посмотрим, как это получится у нас в кустарных условиях вот нашего гаража. Не хочет сниматься наш гараж. Вот. В таком положении работает мастер. Вот. Все подготовлено, отмыто, все закрыто, и уже начали отпиливать болгаркой крыло в машинке, но будет новое. Накладка совпадает с контурами машины, поэтому будем пробовать нашего синечку лечить. То, что творится тут. Ну да, если мастер говорит ничего страшного, значит ничего страшного. Может, так поездим? Можно. Будет такой трешак. Ну тут как. А, ну вот это вот уже наша стоит самоделка. То, что ты приваривал в прошлые годы, да? Надеюсь. Подкрыльники те здоровые. Или как это называется? Вот тут.
все покрыли зачищенные места кислотным грунтом. Покрыли теперь еще одним грунтом. Наварена шинка на место сварки. Что дальше? Готовится замена сюда. На место. Наносим шовный герметик. Такая белая паста. На него и будешь крепить эту накладку, да? Да. Вот, накладку прихватили. Всего ничего осталось, да? Шов срезан, сварочный, и машина, это место готовится к шпаклевке. Красота! По первому разу нанесена шпаклевка и затерта она. Вот он, последний слой шпаклевки положен. Крыло очень гладенькое. Это уже следующий день. Обезжириваем, да? White спиртом, да? И растворителем чем? Вот таким растворителем. И будем грунтовать. На самом деле все-все гладенько. Посмотрите, как все выведено, все заделано, все очень-очень гладенько. Ну, тут, где приваривались, тоже гладко. Thank you.
Вот все и загрунтовано. Вычищаем грунтовку с водой. Выравниваем грунтовочный слой. Грунтовка просохла, приступаем к окрашиванию. Вот она, эта красочка. Автомобильный уже готовый, подобранный цвет. Теперь обезжириваем поверхность и приступаем к окрашиванию. Первым делом наносим краску. После высыхания краски наносим двухкомпонентный лак. Работа почти закончена. Осталось только бампер прицепить. Но поскольку еще надо то же самое сделать со второй аркой, поэтому бампер пока подождет. Да, и осталось в конце отполировать все это. Дело мастера боится. Все сделано на люкс. Все блестит. Друзья, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь здоровы! Ваша Алена Колосова.